Там поработаем, можно ручки поставить. Но вы знаете, как в школе мы крутили именно плечом? Нет, нам надо крутить именно лопатки. Можете ручки просто оставить, как удобно. И поработать каким образом? Смотрите, я не просто сейчас буду делать, да, вот это движение, а постараюсь поднять вместе с лопатками. Завернуть назад плечи, лопатки сжать, опустить вниз. Вынести плечи перед собой, даже так посмешно. Стараемся именно дать полную амплитуду движения нашим несчастным лопаткам, которые, к сожалению, не шевелятся в достаточной мере у нас. Так, получается хорошо. Что ж, получается? Получается, назад заводите сильнее. Хорошо. Еще три таких полуамплитудных вращения. Смешных. Да, казалось бы, ерундой занимаемся. Неправда. Мы даем максимальное движение. Очень часто, мозг не понимает, что значит подвигать лопатки. А должен понимать. Сделали первый раз. Ручки перед собой, без палки, вытягиваем. Локоть не сгибаем. Теперь плечи не затираем. Попробуем через вперед и назад. Когда двигаем вперед, что делать? Вытягиваем плечи туда максимально. Можно даже туда немножко подкрутить, чтобы они как можно дальше. Логика в чем? Лопатки отнести как можно дальше от позвоночника. Теперь наоборот. Я веду плечевой сустав. В любом случае, ниже вверх. Опусти. Да. Сведем назад. Вот постарайтесь прямо сильно-сильно сжать, чтобы складки на спине появились. Вперед, растянули, и снова изо всех сил сжали сзади. Нет, если бы